Сотворить сенсацию. Барнаульская «Динамо» против «Томи». Вот такая сегодня вывеска. Соперники не встречались между собой 21 год. Тогда эти команды выступали в одном дивизионе. После «Томичи» пошли на повышение. Теперь вот новый вызов. На этот раз в рамках 1/32 Кубка страны. Это значит, что уже в следующем раунде победитель сможет принять на родном газоне команду из российской премьер-лиги. Тут цифры выглядят более впечатляющими. Только вдумайтесь. Последний раз с такими соперниками сине-белые в официальных матчах встречались почти 30 лет назад. Это был еще чемпионат СССР. Наш и там воспитанник барнаульского футбола Александр Соболев оказался в списке среди игроков молодежной сборной страны. Всего в числе потенциальных кандидатов 29 фамилий. В ближайшее время подопечным Евгения Бушманова предстоит сыграть 2 контрольных матча. 7 сентября это будет игра против гостей из Египта, встретятся в Химках. 11 сентября померятся силами против Сербии на зеленом газоне в Нижнем Новгороде. Сейчас Александр защищает цвета самарских крыльев Советов. Не в родной арене. Хоккеисты Алтая планируют сыграть товарищеские встречи. 26 и 27 августа скрестят клюшки против, как это ни странно, тоже Алтая, только из Усть-Каменогорска. Позже уже 1 и 2 сентября с дебютантом первенства высшей хоккейной лиги красноярскими рысями. Теперь о том, где будут играть. Вариантов немного, точнее он один, на льду Карандин-арены, что построено на улице Жасминная, 3 в Барнауле. Туда хоккеисты перебрались после громкого закрытия Дворца зрелищ и спорта. Начало всех 4 матчей, 15 часов ровно, вход бесплатный. Кирилл Политов, наши новости.